Грипп, грипп, вирус. Да их вирусов, никакого поросячьего, свинячьего гриппа не было и нет. Вирусов этих много. Способов для борьбы с вирусами нету. Но если вы возьмете 3% перекись, так, в четверть стакана воды капните 20-25 капель перекиси 3%, берете шприц без иглы, набираете 1-2 кубика в одну ноздрю, во вторую ноздрю, при этом втягивая жидкость в себя. После этого начнет выделяться слизь. Сморкаться не надо, надо выдавить. Через 3-5 минут еще один раз прополоскать перекисью водорода. Это профилактика будет? Да. Угу. Кругом будет грипп, у вас гриппа не будет. Это входные ворота инфекции. Но там останется еще жидкость. Вы шприцом взяли, рукой залезли вот сюда ухо, подтянули, туда шприц, выдавили. Перекись водорода в ухо. Кто был глухой, становится через 2-3 месяца нормальным человеком. Только козелок вот этот вот так не нужно помассировать. И второе ухо. Утром и вечером. Больше ничего не надо.